Или фридроу. Или фридроу. Дро. Мы играем в Scratch Heads в Дискорде. Всем Так я привет. понимаю, но... Классик мод. На большей игре здесь что не разворачивается, только так можно. Три players. Старт. Сколько? Вот. Давай Давай три. один. Не, давай два. Давай хотя бы два. Ну ладно. Генерал. Старт. Генерал. Ну да, генерал, наверное. Что я нажал? Фри. Что? И чё это такое? Подожди. Это ты рисуешь сейчас? Вы ты чё творите-то? Я рисую. А чё? А, это не я рисую. Ты все будут рисовать. Ну подожди, а где? А где чат? Я не понимаю. В смысле? Ух ты! Ух ты! Закрылочки! А где? Мы должны угадывать вообще-то, Блять, чё это такое? Давайте, может, начнем игру? Давайте. Классик, ну, три плеер, генерал, два, старт, поехали. Сидлайт. Сначала он выбирает слово. Там, если что, все слова на английском, я не помню. Знают ли все? Я только одну знаю. Тут еще можно писать начать. Ну, окей. Это кто? Make a guess. А, надо что-то по-английски писать. Это мошонка волосатая? А, подожди. На английском, да, писать? Как бы... Я не помню, как это слово. По... Что? Сейчас. По... Это картошка, что ли? Нет. Что это? Я, если что, изучал 8 лет немецкий. Ничего связано с болезнью. Вульва. Почему замутил меня? Ну что за слово, скажи просто. Ну, вирус. А, вирус. Тоже так вирус. Там можно цвета выбирать, если что. Мог быть зелененький какой-нибудь. Бля, что-нибудь сказать. Вот это. Возьми генерал сейчас. Фельдмарш. Так. Сейчас напишу. Что это? Блять, из-за названия написал, из-за звука написал. Фрогы. Это из Clash Royale. Что? Какой кейс нахуй? Нет. А я не знаю, как по-английски это будет сегодня. Ты понял, что это? Я понял, что это. Ну скажи. Я не помню. Нет, ты скажи, как и. Ну. Ну я не знаю, что это слово. Ну типа эликсир это ярость, как он. Да, ярость. Костя угадал. Рейп. Рейдж. Я быстрее, у меня ручки, блять. Я быстрее. Да пошел ты. Нет. Так, это я не знаю. А. Ну вот это я легко. Так. Я выбрал уже. Пять. Конец. You're up. Так. Ну, тут. Нарисуй ты его. Так, чуть-чуть украсим. Так, подожди. Ну смотри. Связано с кучмасом. Связано с кучмасом. И что ты делаешь? Ну не знаю, я хочу цвет поменять просто. Для прикола. Ну там, типа. Да ладно, похуй, нарисуй это вот эти. Закусить. Мне кажется, это какой-то автобус, троллейбус. А-а-а!
блин. Ёк-макарёк. Так бы сразу. Это трейн. Раунд 1 комплит. Еее, третье место. Да, пососите. Нет. Кто у тебя на аватарке? У меня? Да. Кто нужен? Дима Куц на аватарке. А я думал, он случайно, значит, продолжил рисовать. Ну типа колонны, что-то. Чего? Или типа колонны. Это типа колонны. Что? Как я угадал? А что ты написал? Бля... Нет, реально, попробуй просто угадать. Я не знаю, как я угадал. Ты это слово знаешь. Это 100%. Там с вирусом было непонятно, здесь... Я не знаю, как я с первого раза угадал. Это реально какое-то... Божие сословие. Сейчас он нарисует. Кость, ну хоть свастику нарисуй, ну... Это просто... Не, не скажу. Не знаю, музеум. А, ё-моё. А чё, обязательно колонны, что ли? Я не знаю, я просто не знаю. Я ещё фильм «Назад в будущее» вспомнил, где там этот... Эми Браун-то висел на этих... на часах. Почему-то мне вот это напомнило здание. Ну, это первая часть. А, не знаю, я просто представил, почему-то музей с колоннами. Хорошо, что ты что-нибудь другое не представил. Лазнин Пикинг Ворд. У тебя есть шанс на победу, если сейчас выбор. Ты не успел выбрать слово? Нет, я завис, я смотрел историю в Инстаграме. Ну конечно же, блядь, угадаю чью? Фёдор Маркевич, да? Да ёб твою мать, я выбрал. Зет, за наших. Подожди ты, Хэд. А, или этого? Дохлика, что ли? Я выбрал слово, блядь. А давайте в покер. Подожди, я выбрал слово херт, ничего не происходит. Что значит? Да ты победил. Костя, точнее. Какого давайте в покер. Костя, какого черта Костя? Я же выиграл. Я первое слово. Нет, Костя. А мы покер прямо здесь сейчас начнем? Да, сейчас я закрою эту игру. А, подожди, стой. Секундочку. Это был Scratch Heads. Победила дружба. Но не на NTAP. Всем пока. Глазни, может, тоже что-то скажешь? Я все написал. А я не вижу. Всем пока.